Дорогие друзья, мой знакомый создал клан 1xBet и говорит, что у них там огромный штат высококвалифицированных сотрудников, также у них быстрая и качественная работа, множество огромных спортивных дисциплин, все это на 1xBet, хэштег на ваших экранах, вступайте в его клан и выводите его в топ. Ссылки есть в описании и в закрепе. Дорогие друзья, всем привет, я извиняюсь за такой поздний ролик, просто я немножечко не успеваю. Основной канал, лайв-канал, я сейчас пытаюсь и там быть активным, поэтому поддержите меня лучше и подпишитесь на лайв-канал, ссылка в описании. Там вышел новый влог, посмотрите, зацените. Смотрите, что я придумал. Значит, опять же, сейчас по поводу стримов. Я стримы запущу сегодня, скорее всего, где-то в 11-12 по МСК. Для кого-то это поздно, кому-то похрен. Поэтому, пожалуйста, без обид. И не надо заходить на стрим, писать, почему так поздно. Не успеваю, извините, не успеваю, но стримы сегодня будут. Однозначно приходите. Вот, после этого ролика сразу стрим. Смотрите, что я придумал. Я захожу на Твинка и смотрю, у меня тут в магазе, короче, ворон, куча скинов, такая вот акция. Я такой сижу, ну почему, почему я так долго не заходил и зачем я вообще зашел сюда? Просто реально, если бы я этого не видел, я бы так не озаботился. Короче, вы поняли, я реально... Захотел это все купить, но слушайте, сейчас нынче модно открывать сундуки с челленджами, с батлами, хотя не нынче, а вообще. Вспомните, сколько я делал открытий сундуков, батлили мы с Зебраилом, батлили мы... А с кем мы еще батлили? С Рувином. Блин, так сразу и не вспомнишь. Да, я много с кем батлил, у меня было очень много батлов, и с Шампановым, но там не с сундуками, а просто был батл. Вот. Так вот, к чему я? Короче, ребята, идея бомбезная просто. Поддержите лайком, если она вам понравится. Смотрите, я сейчас хотел донатить на этот аккаунт с определенным челленджем. Я это увидел, сразу скажу, эту идею я подрезал у Аурума. Есть такой ютубер. Смешно, да, говорить, есть такой ютубер. Короче, вы знаете, кто это. У Аурума, у Рувина я увидел такие видосы, где они открывают сундуки и пишут, если мне выпадет это... А, и у Зебраила я видел. Если мне выпадет это, то я сделаю то. Там, Зебраил удалю рояль, Аурум покрашу волосы. Рувин говорил, там будет проводить стрим 12 часов. Реально интересно, слушайте, даже меня заинтриговало, мне захотелось посмотреть этот ролик, а раз меня заинтриговало, значит это и зрителю интересно. Я хотел записать вот этот данный ролик, открываю, вот это сейчас покупаю воробушка, покупаю лунную вот эту акцию, и если мне падает вторая Олега, я на полном серьезе перекрашиваю волосы. Либо хотел, идея была на лысо подстричься, вот серьезно. Вот, мне предлагали еще татуировку набить, типа, ну это вообще безумие, я, конечно, бывает, да, у меня какие-то странные мысли, но я не такой конченый, чтобы бить татуировки с Brawl Stars. Вот, короче, смотрите, к чему я пришел. Так как эта идея изначально была у Сереги Аурума, да, если открываешь сундуки, падает оттуда Леон, и он красит волосы в зеленый цвет. Так вот, я решил не просто подрезать эту идею, да, и хайпануть на этом, а еще заключить спор с самим Серегой Аурумом. Вот мы, я хочу, точнее, провести с ним батл. Я ему уже предложил, написал, ждем от него ответа. Опять же, если вы эту идею поддерживаете, ставьте лайки. Опять же, сейчас я вам быстро расскажу и донатим. Как это все происходило? Аурум проводил стрим, если он из 100 сундуков выбивает Леона, красит волосы. Если не выбивает, не красит. Ну и, в общем, хайпанул, все пришли посмотреть. И в итоге волосы не покрасил. А я предлагаю такой спор, что он не уйдет от ответственности теперь. То есть даже не он, а сам ролик, сама интрига останется, она удовлетворит зрителя. Короче, смотрите, не буду тянуть, давайте уже сразу к делу. Я предлагаю сделать батл с Аурумом, батл сундуков. Мы донатим одинаковое количество гемов на новые совершенно аккаунты. Ну, либо на твинков на каких-то, либо на аккаунты подписчиков, не знаю. Это мы уже решим. Донатим определенное количество гемов, открываем с ним сундуки. Кому падает легендарка, или даже не так. Ну, условия можно на самом деле придумать. Кому больше редких юнитов выпадет, там эпических, это уже можно условиться на месте. Или каких-либо других... тот и выиграл, а кому меньше, тот проиграл и красит волосы. То есть тут в любом случае кто-то из нас покрасит волосы. Я не знаю, почему именно Аурума я выбрал, ну потому что это у него такая была идея, и вряд ли кто-то согласится другой со мной и такой челлендж сделать. Вот, и тем более я могу поехать к нему это записать в реале, просто в реале мы можем сесть и записать это в реале. Короче, пацаны, если поддержите такую идею, ставьте лайк и пишите Go Battle с холдиком Ауруму. Вот, если...
этот вызов принимается, если эту идею вы поддерживаете. Я на днях собираюсь, еду к Аурму, запилим как раз влог. И если я проиграю и буду красить волосы, я буду их красить у себя на лайв-канале. Опять же, подписывайтесь, влог будет об этом. Вот такая вот фиговина. Ну и так как теперь я загорелся новой идеей, да, изначально я хотел на Твинке открывать сундуки и красить волосы, а потом придумал еще лучше, записать коллаборацию, сделать батл. Так гораздо лучше, это просто, это мне даже самому интересно. Лайк, если тебе идея понравилась. Ждем ответа. И, короче, смотрите. Я сейчас задоначу чисто вот ради прикола. Мне интересно, выпала плега мне еще одна или же нет? Сейчас это не учитывается. То есть сейчас, если выпадет, я не крашу волосы. Я жду ответа и батла с Аурумом. Вот это будет реально интересно. Это будет прям ух, как... Я уже представляю это. Короче, погнали, ребят. Холдик донатит сейчас, значит, получается, мне надо 370 гемов. Я воробушка хочу, пипец. Так как у меня скоро фуловый аккаунт будет. Короче, доначу, доначу, много болтаю. Все, задонатил, задонатил, задонатил. Гемы на месте. Так, воробушка хочу выбить, потому что скоро у меня снова будет фуловая, и я перехожу на твинка, буду играть на твинке. Кстати, ребятки, вот мой клан, заходите, это академка, я буду скоро кикать, тут кто долго не заходил, поэтому заходите. Все, доначу вот этот, смотрите, сейчас два мега ящика открываю, и если мне падает лего, ну это было бы реально, я бы красил волосы, ну поехали. Хотя кто его знает, может я в батле проиграю, мне реально придется красить волосы, блин. Охренеть. Если у вас еще есть какие-то идеи, такие безумные, или ютуберы, которые могут принять подобный вызов и что-то подобное сделать, пишите, обращайтесь, я с радостью на подобное... Ну, блин, мне самому это интересно, вот серьезно. Реально, это очень интересно, мне аж самому азартно. Вот, но только, конечно, с определенными условиями, чтобы это не было прям совсем каким-то безумием. Вот, допустим, как мне говорили, набей татуировку. Ну, это бред вообще, такое нет. Ладно, поехали. Блин, ну лысым я себя тоже не представляю. Ну это же просто такое пухлое лицо, как колобок был бы. Ставь лайк, если хотел бы увидеть меня лысым. Возможно, это когда-нибудь и случится. Я, если такие челленджи вам зайдут, если это прям будет очень интересно. Фух, ебать, я думал, он выпал, а он у меня уже был. Фух, жесть. Так, следующий сундук, поехали. Трынь, трынь, трынь. Трынь, трынь, трынь. Фух, не выпало ничего, так бы не красил. А, стоп, 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 стоп. У меня еще 11 сундуков. Поехали открывать их. Я их буду быстренько открывать. Открываем быстренько. Кстати, еще такая тема. То есть те аккаунты, которые мы создадим, ну если опять же ролик состоится и батл такой состоится, я предложил бы разыграть их среди подписчиков. То есть то, что где мы потратим 2000 гемов, выбьем туда новых персов и тупо разыграть это еще среди вас. Это было бы вообще круто, я считаю. Это был бы интересный и классный ролик. Плюс еще и конкурс. Короче, ребят, везде хэштеги спамьте, чтобы Аурум принял батл. И лайки ставьте. Если соберет ролик до хрена лайков, вот давайте, вот я не знаю, до хрена это больше 15 тысяч. Если собирает ролик больше 15 тысяч, я отвечаю, я просто собираюсь, я все возможное сделаю, чтобы батл состоялся. Так, ну что, покупаем воробушка. Короче, ничего нам не выпало, только воробушек сейчас вот это выпадет. И брр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 рrr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 
Ну погнали, потасовку. Чё тут новая карта? Стоп, я чуть на Леоне не пошел. У меня вторая Лего. Только не матюхайте меня там, не матюкайте, что у меня... что я купил ворона, да, что я задонатил. Блин, я не в тот режим пошел. Кстати, пацаны, вы в курсе же, да, что можно стены ломать? Сейчас покажу. Ну, может, это уже баян, но... А, и воронам нельзя, что ли? Так. Так, хорошо. Блин, ну я прям реально в таком предвкушении, это просто жесть. Ну, на самом деле я бы никогда такого не сделал. Ну, блин, когда на канал, это интересно, такое шоу, то есть... Ну, это забавно. Как минимум. Пишите в комментах. Пишите в комментах и, короче... Так. Так, куча быков. Ну, у меня первый же уровень. Ой, 0 кубков, да, поэтому тут же должны быть лошпеды на таких кубках. Поэтому надо идти в упор и быка на воробушке убивать на ближней дистанции, да? Ну, потому что надо так. Смотрите, он меня не добил. У меня три банки, ясно вам. Оп.
Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Все, стоим, стоим, не шевелимся. Стоим, блин, шевелимся теперь. Ах, какой кольт опасный. Оу, щет. Оу, щет. О, бык ко мне сейчас будет стартовать, я боюсь. Ёп. Улететь, улететь. Куда-нибудь улететь. Ой-о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 й. Он дебил, он через стену не может стрелять. Ой, жесть, просто жесть, я не знаю, что происходит. Вообще, просто, что они ко мне приелись, а? Ну вот что вы ко мне приколебались? Два тупо молокососа, блин, пристали ко мне и все. Плюс 5 кубков. Ах, я не в этом режиме хотел. Не на этой карте, давайте другую карту сейчас быренько выберу. А, она мне недоступна. Ну ладно, на основе доступно. Ладно, короче, пошел я монтировать ролик этот. Хэштег GoBattle с холдиком, да? И лайки. 15 тысяч лайков набираем. Я вам... Блин, боюсь, конечно, обещать. Но я вам обещаю. Я сделаю все возможное, чтобы подобное состоялось. Даже если, вот, ну, допустим, не получится с Аурумом. Ну, возможно, с кем-нибудь другим. Если кто-то согласится на подобное. В общем, 15 тысяч лайков, пацаны, набираем, и я подобную тему мучу. Блин, мне аж самому хочется. Я бы вот 15 тысяч аккаунтов бы создал и сам бы себе лайки поставил. Всем удачи, и встретимся сейчас на стриме. После публикации этого ролика жду вас на стриме. Стрим будет поздний, да, но все равно жду. Давайте, пока.